А сегодня мы разберем нашу следующую тему. Она будет называться «Кредитные каникулы». То есть, как сделать так, чтобы вернуться в график платежей, если вдруг у вас случились непредвиденные обстоятельства. Например, у вас случилось что-то с работой, временно нет дохода. В период пандемии это очень актуально. То есть, если у вас есть кредиты, что делать в данном случае, когда платить по графику вы не можете? Первый вариант решения проблемы – это подать заявление в банк на кредитные каникулы. То есть в апреле месяце, в начале пандемии, правительство приняло закон о кредитных каникулах, когда все пострадавшие от коронавируса могли подать в банке заявки на получение кредитных каникул, если их доход снизился, и это подтверждено документально. Сейчас уже это менее актуально, так как закон о кредитных каникулах действовал до 30 сентября, продолжает еще действовать. Заявки, в принципе, подавать можно, но уже менее актуально, так как большинство людей все-таки вышли на работу. Что же такое кредитные каникулы? Существует их как бы два подвида, то есть первый появился в период пандемии. Это означает, что люди, которые пострадали от коронавируса, сидят дома, не работают, доход их снизился. Они при подтверждении доходов имеют право написать во все банки, где у них кредитные обязательства, заявление о предоставлении кредитных каникул. Максимальный срок там 6 месяцев. По идее, можно вообще все эти 6 месяцев не платить долг. Можно снизить сумму долга, то есть по своему желанию, то есть просто уменьшить сумму платежа. Итак, как же это сделать? То есть надо просто собрать документы о том, что доход у вас упал. То есть это либо выписка с карты, либо 2 НДФЛ, либо декларация, если это предприниматель. Заявление отправляется в банк. Банк, по сути, по закону обязан дать вам кредитные каникулы, если вы подтвердили за вот этот период снижения доходов. Но единственное, проценты продолжают начисляться, платить их придется. Единственное, они распределяются на период 2 года. То есть они разбиваются на двухлетний срок, а вы их выплачиваете потом. То есть это не особо выгодно, но может помочь в ситуации, когда доход временно снизился или исчез. То есть, в принципе, вещь может быть полезной. Второй вариант – это кредитные каникулы по праву банка. То есть он не обязан вам их давать, он имеет право, если вы докажете, что сейчас вы платить не можете, а потом вы будете платить. Потому что банку, в принципе, это тоже выгодно. Ему не очень нужны клиенты, которые не платят своевременно, так как это вызывает у них тоже определенные финансовые проблемы, когда клиентов много. Поэтому банк имеет право рассмотреть, даже если у вас доход неофициальный, и вы никак не можете подтвердить изменения, вы просто пишете заявление, ведете переговоры, и, как я всегда говорю, результат определяется количеством действий. Чем больше действий вы совершаете, тем больше вероятность получения результата. То есть звоните в банк и пишете письмо, получили отказ, еще одно письмо, еще одно. Пугаете банки отзывами на сайте банки.ру, что они не идут вам навстречу. Из моей практики это работает. То есть вы добиваетесь кредитных каникул, потом снова возвращаетесь в график, хорошо от этого всем, и банку, и вам. То есть кредитные каникулы оформляются таким способом. Не обязательно подходить под параметры закона о кредитных каникулах. Можно просто, если вы чувствуете, что у вас вы уже не справляетесь, доход упал, и знаете, что он потом все равно вырастет, то заявку на кредитные каникулы можно подавать вообще в любое время, даже вне пандемии и так далее. То есть чем больше действий делаете, тем больше вероятность результата. Следующие варианты снижения кредитной нагрузки и изменения графика платежей – это такие способы, как реструктуризация, изменение графика платежей, рефинансирование, перекредитовка и заключение мирового соглашения. Их мы разберем подробнее в следующих темах. На этом вопрос о кредитных каникулах мы разбирать закончили. Всем финансового благополучия, живите без долгов, всего доброго, до свидания.